Чужих детей не бывает. Так считает герой нашего репортажа, житель Барышского района Абдулла Касымович Хансияров. Мужчина признается, не может спокойно смотреть и читать новости. Переживает за наших парней. Своего сына он дважды встречал из Сирии, а недавно из зоны проведения специальной военной операции. Как только услышал, что волонтеры собирают гуманитарную помощь нашим солдатам, Абдулла Касымович и не думал оставаться в стране. После открытия счета для сбора помощи нашим бойцам мужчина перевел 100 тысяч рублей личных сбережений. Сумма для него и его жены Раби Шикуревны большая, но Абдулла Касымович с улыбкой отвечает, ему деньги не нужны. Нет, мне не надо миллион, не надо мне иномарка. Я лучше, я 100 тысяч накопил, ну как русский называется, на черный день 100 тысяч. Вот. Потом думал, нет, меня не надо. Жизнь Абдуллы Касымовича нельзя назвать легкой. Он родился в послевоенный 1947 год в селе Татарский Сайман. Его отец прошел всю войну, поэтому маленький Абдулла с детства понимал, каким трудом достается победа. Уже с 11 лет помогал родителям по хозяйству, косил сено, присматривал за младшими братьями и сестрами. А в 19 лет парня призвали в армию в Оренбургскую область, где он служил старшим поваром. Плов не готовили, мы плов... Только по празднику 7 ноября, да, потом 9 мая готовили там котлеты, хорошо кормили, мясо, да, ну так, и так хорошо кормили. Я готовил украинский борщ, щи русский, ну, рассольник. Макароны по-флотски, вы знаете. Ну, это, конечно. Макароны по-флотски, вот. Каша гречневая с тушенкой. Ну, все, что дадут, забыл. Я все варил. Любовь к кулинарии у нашего героя не пропала. Несмотря на большое количество работы, воспитание четверых детей и слабое здоровье, он радуется жизни. Свои 75 держит с супругой подсобное хозяйство. А гостей встречает ароматным чаем и вкусным пловом. Вегетарий есть плов. Бухарский, самаркандский овощ. Каждого свой у них самый. Рецепт каждый сам, кто чернослив, кто кишмичку рягой готовит, плов в Узбекистане. А я ташкентский, ташкент близкого. Помогать своим ближним Абдуллу Касымовича учил еще его отец. А потом уже и наш герой воспитывал это в своих детях. Семья Хансияровых готова помогать российским парням и дальше. Ведь главное знать, что дома тебя поддерживают и очень ждут. Анна Тищенко, Ол Правда ТВ.